Всем привет, ребята, с вами Милашка, и я так давно уже не снимала влоги. У меня, как всегда, куча дел и очень много сейчас работы на киностудии. И я просто физически не успеваю для вас документировать свою жизнь. Вы, наверное, спросите, как у вас дела с Пашкой? Мы с ним поссорились. Так как если вы смотрели мой ролик, где мы с братом менялись комнатами на 24 часа, то Саша написал Пашке комментарий, после которого Паша сильно обиделся на меня, думая, что этот комментарий написала лично я. Я уже 100 раз извинялась за моего брата, но Пашка пока все еще дуется. Ну, как говорится в поговорке, на обиженных воду возит. А теперь к сути этого видео. Я очень хочу поехать в молл и закупиться новой одеждой, так как лето уже на носу, а у меня нет нормального летнего лука. И может еще телефон новый прикуплю, так как у меня совсем в старом нет памяти. Итак, погнали шопиться. В общем, ребята, сейчас поднимаемся на 2-й этаж за одеждой. Вот мы и приехали. Заходим в магазин. И что у нас тут есть? Ну, в принципе, неплохой костюмчик. Кстати, панама хорошая. Смотрите. К лету как раз. Ой, ободочек не сняла. Ну, по-моему, панама ничего так выглядит. Так, ну давайте мы пока одежду. Но это, мне кажется, будет слишком тепло для лета. Ну, сарафанчик вот неплохой, в принципе. Вот такое можно взять, примерить. Ну, это, я думаю, тоже можно. И такой костюмчик тоже, в принципе, можно. Ну и этот давайте. Заходим в примерочную. Первый костюмчик. Ну, слушайте, мне нравится. Конечно, мне не очень, наверное, подходит зеленый цвет. Но это не так уж и плохо. Мне нравится этот костюмчик. Давайте следующий. О, ну этот уже получше. Мне этот больше нравится. Давайте теперь платьишко примерим. О, вот это платьишко мне очень нравится. Только обувь какая-то тут не очень, конечно. А платьишко само прикольное. И последнее платьице. Ну, это самый лучший наряд из всех, что я померила сегодня. Мне он достаточно нравится. Очень прикольный. Ну, еще здесь можно вот такое померить, потому что летом тоже бывает иногда холодно. Поэтому давайте примерим. О, этот наряд тоже хороший. И поэтому я думаю, что мы возьмем... Это мое платье, в котором я сюда и пришла. Ну, это я не знаю, брать или нет пока что. Вот это, я думаю, возьмем. И вот это возьмем. И то, что на мне сейчас, тоже возьмем. А вот эти костюмчики, ну, мне они как-то не очень понравились, поэтому я думаю, мы их брать не будем. Давайте возьмем сразу тележечку. И положим сюда мои костюмы. Сейчас я переоденусь в свою одежду. Оп. И заберу свой ободочек. Идем на кассу. Складываем все в мешочек. Оплачиваем наши покупки. А теперь пойдемте за телефоном. Для этого нам нужно на 1-й этаж. Идем в магазин. А вот и магазин телефона. Сейчас посмотрим, что тут есть. Давайте пока поставим здесь мой пакетик. Так, ноутбуки и планшеты мне не нужны. Мне нужны телефоны. Зелененький телефончик вот такой. Красненький. И желтый. Потом есть в виде фруктиков всякие телефончики. Угу. Вот такой вот еще интересненький телефончик, но мне он не очень нравится. Так, ну это приставка. О, вот эти вот миленькие телефончики в виде животных. И последний телефон. Вот такой вот. Ну, я думаю, что я возьму... Извините, можете подойти?
А сколько гигабайт у этого телефона с котиком? 256. О, отлично, тогда я возьму его. Так, и оплачиваем эту покупку. Отлично. Я думаю, что я положу его к одежде тоже, потому что руки у меня уже заняты. Что-то я очень проголодалась, пока входила за этими покупками, поэтому я думаю, что теперь можно пойти в фудкорт перекусить. Я, конечно, люблю KFC, но здесь его нет, поэтому пойдемте посмотрим, что тут есть. Так, ну вот здесь есть магазинчик, паста всякая есть, салатики, фрикадельки, пончики и напитки. Так, ну давайте возьмем какую-нибудь пасту. Вот с креветочками там есть. Давайте мне с креветочками, пожалуйста, пасту одну, пончик розовый и что-нибудь попить надо взять. Давайте вот этот фиолетовый напиток. С вас 590 рублей. Хорошо. Так, пойдемте пока займем столик. Вот ваш заказ. Напиток принесу чуть попозже. Хорошо, спасибо. Вот ваш напиток. Спасибо. Ну что, мне уже принесли мою еду. Я думаю, мы можем уже начать кушать. Паста очень вкусная, мне понравилась. Ой. Пончик. Ну, я просто обожаю пончики, поэтому это было просто прекрасно. И какой-то еще напиток интересный. Я не знаю, что это за напиток, но было очень вкусно. И давайте забираем мой пакет с вещами. Вот так вот мы сегодня закупились. И я думаю, что сейчас пойду с этим гигантским пакетом домой. А на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. А также подписывайтесь на мой YouTube и Яндекс.Дзен. Всем пока-пока!